Лето, жара, и пора уже выбирать себе аттракционы. Уже скучно, наверное, сидеть просто на побережье, на озере, либо просто купаться в озере, или в речке, или на море. Хочется какого-то добавить разнообразия. Соответственно, для этого мы специально разработали водный батут. На нем могут прыгать и дети, и взрослые. И также с данным батутом вы можете себе выбрать горку надувную для спуска для катания детей, различные аттракционы, такой как блоб. На блоб можно прыгать и летать там вдвоем, делать что угодно. Данный аттракцион непосредственно диаметром 5 метров. Очень прекрасный, ведет себя на воде. Давайте посмотрим, как. Непосредственно данный батут сделан из ткани 850, качественно проваренные, проклеены все швы, сделаны и разработаны новые, кстати, ручки, прошу обратить внимание, ручки сделаны очень удобные для того, чтобы залазить и выбираться из воды непосредственно на сам аттракцион. Вес данного изделия всего лишь 35 килограмм, размер упаковки где-то 1 м на 40 сантиметров, высота упаковки 20-30 сантиметров. Соответственно, доставить аттракцион мы можем по всей России, по СНГ, по вашим желаниям. Почему стоит заказать, в принципе, аттракционы у нас? Не побоюсь так сказать, не постесняюсь, потому что мы можем изготовить для вас индивидуальное брендирование по всему борту надувной водной продукции. Это может быть название вашей компании, название вашего отеля, либо непосредственно логотип. Ну, а также яркие привлекательные надписи, которые будут привлекать ваших клиентов для того, чтобы им захотелось попрыгать и отдохнуть на ваших аттракционах. Также непосредственно к допу батут вы можете заказать водную горку, аттракцион. Длина данной горки 2,5 метра. Горка может быть сделана также в любых различных вариантах цветов. Специальные крепления есть, можем посмотреть. Здесь есть крепление для горки и между батутом. Да, то есть, грубо говоря, это такой небольшой конструктор, который вы сами уже собираете и выбираете из разных аттракционов. Как собрать конструкторы, да, какие лучше подобрать аттракционы, вы можете обратиться, оставить заявочку у нас на сайте, либо позвонить по данному номеру телефона, менеджер вас проконсультирует и расскажет, какие лучше аттракционы для вас подобрать. Хотите увидеть фото, видеоотзывы, подписывайтесь на наш YouTube-канал, заходите в альбом «Аттракционы», и там вы сможете увидеть много отзывов и различных обзоров по нашей надувной продукции. Как же это работает? Мы прикрепили горку, и непосредственно можно на ней скатиться. Давайте посмотрим. Конечно, лучше данный аттракцион использовать на воде. Следующий видеообзор и отзыв смотрите нашего клиента. Ссылочка будет в комментариях. Вот как-то так это, друзья, происходит. Давайте тестировать наши аттракционы на воде. Подписывайтесь на наш канал, звоните, мы вас проконсультируем и доставим ваши аттракционы, куда вы пожелаете. Хочу рассказать о самой главной части любых аттракционов. Фишка номер один. Всегда, если стоит стравливающий клапан при использовании необходимо открывать для избежания непосредственно травления и взрыва баллонов, потому что при нагревание, воздух расширяется, давление увеличивается, воздух должен выходить. Все аттракционы поставляются всегда закрытыми клапанами непосредственно. Да. Соответственно, внимание, всегда, когда вы устанавливаете аттракционы, крышка данная открывается, ее даже можно оторвать непосредственно, да, чтобы всегда было гарантировано, что данный клапан открыт. Тогда все производители будут гарантировать вам надежность ваших аттракционов.